Чтобы поступить правильно на практике, нужно знать теорию. В школах региона в среду прошла акция «Проверь правознание». Мероприятие всероссийское проводится по инициативе Общественного совета при Министерстве внутренних дел. Учащимся старших классов предлагают найти правильный выход из конкретной жизненной ситуации, которая может приключиться с подростком, или ответить на каверзный вопрос. Наиболее интересный вопрос показался 9-й, а именно с какого возраста ребенок обязателен учет его мнения в семье, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Тут правильный ответ 4-й, а именно с 10 лет, так как это закреплено семейным кодексом Российской Федерации. Восполнить правовые пробелы школьникам помог декан юрфака ИВГУ. В частности, ребята уточнили, предусмотрена ли уголовная ответственность для телефонных лжетеррористов. Ответ однозначный – да. Причем в ряде случаев это даже не условное, а реальное наказание. Мы сумели с ними разобрать все ситуации, которые их волновали, интересовали. Они были связаны с прохождением альтернативной службы, уголовной ответственности за ряд преступлений и за административные правонарушения. Такое глобальное тестирование, по мнению организаторов, позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, повысить правовую грамотность учащихся. Во-вторых, помочь педагогам увидеть пробелы в школьном курсе. Все вопросы мы, в принципе, разбирали неоднократно на уроках обществознания, и поэтому тест вполне решаемый. Но, конечно, в каждом вопросе есть какие-то свои тонкости, и наша задача была их найти просто и все сделать правильно. Тесты будут проверять учителя школ. Итоги передадут организаторам. Ребят, которые покажут лучшие результаты, планируют наградить. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.